звездная болезнь, звездочку все ловили. Угу. Знаете, я уже как минимум лет 10, вот то, честно, никому ничего не доказываю. Вот период звездной болезни, Алексей, я артист, дайте мне там что-то, вот давно уже прошла. И вообще никому ничего не доказывал. У вас уже это на автопилоте, просто это по умолчанию. Вы же понимаете, что на вас реагируют, что вы привлекаете внимание, даже чересчур. Идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это, допустим, безусловно, приятно. Да. Ну, никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать, артист, пьяный. Нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне то, да вообще все по-другому в моей жизни. Ребятки, вы просто, он скромный человек, он этого никому не говорит вам. У него не было голоса, и то, что он сейчас перед вами делает, это подвиг. Не каждый артист способен выйти на сцену. Сейчас перед вами делает, это подвиг. Не каждый артист способен быть на сцене.